أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله صدق الله العظيم Mr. Chairman and my dear Уважаемый председатель и уважаемые братья и сестры и мои дети. Сегодняшняя наша тема названа «Коран или Библия является Словом Господа». На сегодняшний день в мире около 1 миллиарда и 200 миллионов христиан и миллиард мусульман. И у них натянутые отношения относительно ниспосланных им откровений. Христиане говорят, что Библия, Священная Библия, является Словом Господа, и другого не приемлют. А мусульмане говорят, что Коран является Словом Господа. Чтобы начать эту тему, прежде всего, я бы хотел объяснить нашим братьям здесь, что такое Библия. Большинство людей, мусульман, даже ученые мусульмане, не знают на самом деле, что такое Библия. Я выступал на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, Кувейте, Абу-Даби, Дубае, Бахрейне. И в те времена местные братья там, на Ближнем Востоке, хотели перевести мои лекции. И вот я слышу переводчика, который переводил одну из тем, с которой я выступал. К примеру, что Библия говорит о Мухаммаде? И этот переводчик говорит, что Тора... Знаете, я понимаю, я не могу говорить по-арабски, но когда человек переводит, я это понимаю. И он говорит, что Тора говорит о Мухаммаде? Я прервал этого человека и сказал, я не говорил Тора. Тогда он исправил себя и продолжил, что Евангелие, он говорил это по-арабски, что Евангелие говорит о Мухаммаде. Я сказал, что не говорил Евангелие. Я сказал Библия. Библия значит книга. Оно пришло с греческого слова «библос». «Библос» означает «книга». Вот отсюда и название «Библия». «Священная Библия» значит «священная книга». Переводится как «священная книга». Люди же говорят «Тора», «Псалтырь», «Евангелие». Происходит так, что мусульмане начинают цитировать, пока оппоненты еще не начали, признавая, что это «Тора», «Псалтырь» или «Евангелие». Библия не является ни Торой, ни Псалтырем, ни Евангелием. Во что же мы верим? Мы верим в четыре небесные книги. И мы, называя их, говорим, что мы верим в Тору, мы верим в Псалтырь, мы верим в Евангелие, и мы верим в Фуркан. Фуркан — это священный Коран. Итак, что такое Тора? Тора — это откровение, которое Всевышний Аллах ниспослал пророку Мусе, алейхиссалям. Это и есть Тора. Мы верим, что пророк Муса, алейхиссалям, это человек, который был избран Аллахом, всемогущим Господом. И какие бы предписания не были переданы через него, это является Торой. Что бы ни было. Было ли оно ниспослано в форме книги? Нет. Даже Коран не был ниспослан в виде книги. Они не явились с небес в такой форме. Аллах ниспослал их словами, откровением. Забур — это откровение, ниспосланное Аллахом пророку Дауду, алейхиссалям. Мы верим в то, что все ниспосланное от Аллаха. Евангелие. Евангелие — это откровение, ниспосланное Аллахом пророку Иса, алейхиссалям, Иисус Христос. Поэтому все, что он проповедовал, было от Аллаха. Нам известно, что все это правда. Но где сейчас Тора, Псалтырь и Евангелие? Где они? Итак, христиане и иудеи делают определенные заявления. Относительно Торы они скажут вам, что в этой книге, Библии, в которой несколько книг, это целая библиотека. Как у нас бывают здания библиотек, так же и эта Библия является библиотекой, состоящей из 66 книг. А это еще одна Библия, но уже состоящая из 73 книг.
Это тоже священная Библия. То есть нет такого понятия, как Библия, означающая одну книгу. Имеются много Библий. Я принес только три вида, точнее, четыре. И они все разные. Они все разные. Нет такого понятия, как одна Библия. Таким образом, первые пять книг этой библиотеки, называемой Библией, именуются «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». И эти пять книг предполагаются быть книгами пророка Муса, алейхиссалям. Именно они предполагаются быть Торой. Но ученые, христианские ученые, они говорят нам, как вот в этой книге, что имеются определенные замечания, добавления, чтобы разъяснить ситуацию касательно ценности этой книги. Итак, у них есть эти пять книг. Откуда они взялись? Кто их автор? Здесь они скажут вам, что «Бытие» — первая книга Библии. «Бытие» является первой книгой Мусы, алейхиссалям. Но слова «первая книга Мусы» написаны в кавычках. «Исход» — вторая книга Мусы. Слова «вторая книга Мусы» написаны в кавычках. «Левит» — третья книга Мусы, тоже в кавычках. «Числа» — четвертая книга Мусы, тоже написана в кавычках. «Второзаконие» — пятая книга Мусы, и это тоже в кавычках. Тогда ты спрашиваешь их, почему они написаны в кавычках? Почему вы ставите эти слова в кавычки? Если вы не знаете, спросите об этом. Это не то, что говорим мы. Мы лишь цитируем вам то, что говорят люди. Это люди говорят, что это книги Мусы, но не мы. 32 высокопоставленных христианских ученых из 50 взаимодействующих объединений. Они сами даже не верят, что это являются книгами Мусы. Почему же вы говорите, что это книги Мусы? Почему вы называете это Торой, в то время как они сами не готовы принять это? Кто именно? Ученые люди христианства, а не простые обычные люди. И мой друг Джимми Свегард, он говорит в одной из своих книг, я изучил около 30 его книг, чтобы знать, потому что, собираясь идти в бой, нельзя идти с закрытыми глазами. Мусульмане всегда рвутся с закрытыми глазами. Аллах с нами, Аллах велик, и идут вперед, а их сразу же убивают. Прежде чем идти на бой, нужно знать, чем владеет враг. Мы не учимся на ошибках, и поэтому платим за это. Каждый раз. Каждый раз платим за это. В 1949 году иудеи не были с нами. В 56-м они не с нами. В 66-м году они снова не с нами. В 73-м же году мы приложили немного усилий, что Америка могла произвести прямое вторжение и могли бы оправдать свои права, хотя этого не случилось. Но каждый раз, идя на сражение, мы движемся с закрытыми глазами. Аллах с нами, Аллах велик. Да, Аллах велик. Но Он говорит вам, будьте подготовлены, будьте готовы. Он говорит, используйте против них всю силу вашей мощи, даже включая конницу, самое мощное оружие того времени. Он повелевает вам, но мы же говорим, не-не-не-не, нас очень много, нас 100 миллионов. Даже если мы что-то и потеряем, все равно сможем утопить всех евреев в море. Это неправильно, и это доказано снова и снова. Это не срабатывает. Итак, этот человек, который пишет блестяще, разговаривает как гипнотизер. Да, он гипнотизирует людей. Он говорит в одной из своих книг, что если нам нужна фактическая информация по какому-либо вопросу, то мы должны обратиться к экспертам. И он дает пример такого, что если вы хотите узнать что-нибудь о геологии, то вам следует пойти к геологам. Это прекрасный пример, просто фантастический принцип. Хотите знать о шариате, идите шариатским ученым. Если у вас проблемы медицинского характера, то идите к доктору. Если у вас проблемы с законом, идите к юристу. Идите к профессионалам. Если вы согласны с этим, то нет никаких сомнений. Идите к экспертам. Итак, эксперты же христианства. Эксперты Священной Библии, они говорят нам, что Муса не написал эти пять книг. Но они не говорят вам этого, потому что они не смогут продавать эту книгу. Поэтому они молча берут эти слова в кавычки, оставляя вам. Если у вас есть знания о кавычках, то тогда вы поймете такую штуку, иначе будете в проигрыше. Свидетельства, содержащиеся в самой же книге, доказывают, что пророк Муса, алейхиссалям, не писал этого.
Я могу говорить об этом бесконечно и представить вам огромное количество вещей. Но я расскажу вам лишь о двух вещах. Первое — это то, что в этих пяти книгах не меньше, чем 700 раз вы сможете прочитать выражение «И сказал Господь Мусе, и Муса сказал Господу». «И сказал Господь Мусе, и сказал Муса Господу». Если вы взглянете на эти фразы даже с поверхностной точки зрения, то сможете понять, что эти слова не писал Господь, равно как и не писал их пророк Муса, алейхиссалям. Есть третья сторона. Кто-то говорит вам, возможно, то, что услышал, что эти слова Господь сказал Мусе, и Муса снова говорил с Господом, так и так. Если пророк Муса, Моисей, написал эти слова, если он сам записал их, то он должен был бы сказать, «И Господь сказал мне, и я сказал Господу, и я сказал Господу, и Господь сказал мне». Это от первого лица, но здесь все написано третьей стороной, что значит, все основано на слухе. Так что Аллах этого не говорил, и Муса тоже не писал этого. Проверено. Разве можем мы обвинять христианских ученых за то, что они говорят нам, что Муса не писал этого, взяв кавычки? Нет, мы не можем обвинять их. Далее, в последней главе последней книги, предполагаемой книги Мусы, в книге Второзаконие, в главе 34, мы читаем о некрологе пророка Мусы, алейхиссалям. Некролог — это когда умирает человек, и вы про него пишете, ну, как бы, короткую биографию. Например, когда я умру, вы можете написать, вот Ахмад Дидат, один из ученых религии, такой-то, такой-то, вот такое вы можете написать. Это называется некролог. И представляете, что у пророка Муса, алейхиссалям, должен был быть некролог о себе. Послушайте. Там говорится так. «И там Муса умер на земле Муаб». Он умер. Он живой, но там написано, что он умер на земле Муаб. И ни один человек, представляете, ни один человек по настоящее время не знает, где находится его могила. До сих пор. Неужели Муса, человек, ходящий во плоти, говорит вам, что его могила находится где-то конкретно? Но этого не знает ни один человек по сегодняшний день. Разве он мог написать, что он умер, когда он был жив? Он что, не знал своего языка? Сам живой, но пишет, что уже умер. Или же он мог сделать предсказание? Например, если бы я собирался предсказать, я бы сказал, знаете, я собираюсь посетить все страны, затем поехать в Вашингтон, и именно там я и умру, в Вашингтоне, и Рейган займется моими похоронами. Но ничего такого не случится. Но я могу сказать такое сейчас, ну типа я увидел сон, или кто-то пощекотал меня, или я услышал голос, и это все должно будет произойти. Я могу сказать вам, что умру в Вашингтоне, и господин и госпожа Рейган займутся моими похоронами. Но пока я живой, как же я могу утверждать, что я уже умер в Вашингтоне, и там был даже Рейган? Как я могу сказать такое? Что я уже умер, в то время как я живой и разговариваю с вами? Пророк Муса, алейхиссалям, ни за что не мог бы сказать таких слов, что он умер. И далее там говорится, и Муса был. Это же простая грамматика, простой английский язык. И Мусе было 220 лет, когда он умер. Неужели пророк Муса, будучи живым, сказал, «Я умер в возрасте 220 лет». Он был в прекрасном физическом состоянии. И разве мог пророк Муса, алейхиссалям, сказать подобное? Думаете, он говорил такое? Утверждая, что все еще здоров. Нет, нет, это не его слова. С тех пор у Исраиля не было более пророка, подобного Моисею, которого Господь не знал бы лицом к лицу. С тех пор у Исраиля. Когда это с тех пор? Сказал ли Муса такое? Нет, исходя из этого, очевидно, что эти книги не принадлежат пророку Мусе. И скорее, они не являются словами Господа. Есть еще другие определенные вещи относительно этих книг, пяти книг. В этих пяти книгах встречаются пять случаев инцеста. Простите, вообще-то в первой книге. Не во всех пяти, а в первой, Бытие. В ней имеется пять случаев об инцесте. И знаете, большинство людей на Ближнем Востоке, когда я спрашивал их, пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто не знает, что такое инцест. И только некоторые из них подняли руки, и в этом нет ничего постыдного. Мы не можем знать все слова, иногда даже совсем простые слова. Итак, я сказал, поднимите свои руки те из вас, кто не знает значения слова инцест.
Не стыдитесь, просто поднимите свои руки. Если все знают, то я смогу продолжить. А если нет, то мне придется объяснить. Пожалуйста, поднимите свои руки те, кто не знает значения слова «инцест». Если, конечно, не знаете. Или же вы знаете, сестры мои. Вы знаете, что такое инцест? Все из вас знают, машаллах. Это очень важная беседа. Это действительно важная беседа. Очень хорошо. Ну, конечно, вы же американцы. Я же говорил об арабах. Ну, с таким же успехом я бы мог бы быть как Мулла Насруддин. Он был своего рода определенным персонажем среди людей. У него была репутация, так сказать, ученого человека, алима. Он все время носил большую чалму и джуббу. Не как я здесь. Он носил джуббу, и куда бы он ни ходил, вокруг него собирались люди, которые думали, что он очень знающий человек. Однажды он отправился в город, и на пятничной молитве все люди обратились к нему. «О, мулла, пожалуйста, руководите вы нашей молитвой. Мы хотим, чтобы ты прочитал хутбу, руководил нашей молитвой». Он очень стеснялся и стал уклоняться. Но они стали настаивать. Такая красивая борода, такой тюрбан и одежда прекрасная. Так они и убедили его. После чего он забрался на минбар. И он сказал: «Знаете ли вы, о чем я собираюсь говорить?» Люди ответили: «Да». «О, тогда я не буду тратить свое время», — сказал мулла. «Если вы знаете, о чем я буду говорить, тогда я не буду тратить свое время». Таким образом, он избавил себя от этого бремени. В следующую пятницу он снова в городе, и снова его поймали и говорят ему: «Все, ты должен». Он снова поднялся на минбар для проповеди, тоже в пятницу, и задал тот же вопрос. «Знаете ли вы, о чем я собираюсь говорить?» Люди начали думать: «Нет, в прошлый раз, когда мы сказали, что знаем, о чем будет говорить, этот парень увильнул от нас». И решили сказать: «Нет, мы не знаем». «Послушайте, ну в таком случае мне нет смысла беседовать с вами». Простите. А еще через неделю он снова в том же городе, и люди снова настояли, чтобы он поднялся на минбар. И он снова задает тот же вопрос. Люди не разумеют. Он снова спросил: «Знаете ли вы, о чем я собираюсь говорить с вами?» Люди же решили: «Слушай, он уже два раз провел нас. На этот раз ему не удастся провести нас, поэтому половина из нас скажет ему «нет», а другая половина скажет «да». Так они и сказали. Одна половина сказала «нет», другая «да». Тогда мулла сказал: «Те из вас, кто знают, расскажите тем, кто не знает». И снова он их сделал. Не думаю, что у меня есть такой шанс. Итак, инцест. Маленькое слово, но инцест, но когда вы идете, флиртуете и потом вступаете в половую связь с женой или дочерью кого-либо вне брака, то мы называем это зина, блуд, прелюбодеяние. Это вы знаете. Интимные отношения с женщиной без брака являются прелюбодеянием. Но если вы сделаете то же самое со своей матерью, это инцест. Если вы сделали это со своей дочерью, это инцест. Если сделали с сестрой, это инцест. Если вы сделали это со своей невесткой, это инцест. И вот пять форм инцеста содержатся в этой, кавычках, книге Господа. Книга Бога, я говорю в кавычках, я не говорю, что это книга Бога, но имеется пять разновидностей инцеста в первой книге Библии. Так, как будто это учебник по инцесту. Если вас спросить, какие виды инцеста вам известны, вы даже представить себе не сможете этого. Инцест может быть совершен с дочерью, сестрой, с матерью, с невесткой. Пять разновидностей инцеста. В книге Бога, думаете, Бог продиктовал пророку Мусе подобное? Он мог сказать такое пророку Луту, а не братья по пророчеству. Лут, алейхиссалям. После уничтожения Содома и Гоморры, об этом сказано в первой книге, он ушел и жил в пещере в местности Цоар со своими двумя дочерьми. Одну ночь за другой дочери поили отца и соблазняли, чтобы получить его семя. Они собирали семя своего отца. Какая постыдная у них была мысль. Видите ли, наш отец уже очень стар, и на земле нет больше человека, который может прийти к нам в качестве мужчины.
Поэтому давай напоим отца и ляжем с ним, чтобы получить его семя. Мерзкая мысль. И что же? Они сделали это со своим отцом. Так первого родившегося назвали Муав, а второго ребенка назвали Амон, от которых и произошли моавитяне и аммонитяне. И они были благословенны Господом. Господь благословил их. Когда иудеям сказали, идите и убивайте палестинцев, Господь говорит им, согласно этой священной книге, идите и убивайте всех, мужчин, женщин и детей. И даже грудные дети, которые сосут грудь матери, даже они не должны остаться в живых. Уничтожьте их. И даже ослы были уничтожены. Даже ослы. Ослы хоть в чем провинились? От них хоть что хотели. В другом случае, тот же Бог милости, согласно этой Библии, повторяет то же самое иудеям. Идите и убивайте их всех, мужчин, женщин и детей. Только девственниц вы должны сохранить для себя, которые не знали мужчин. И они взяли себе из палестинских женщин 32 тысячи девственниц, которых не касался мужчина. А из них 32 были для Господа, Бога. Представляете, девственницы для Господа. Я же спрашиваю, а что он делает с этими девственницами? Нет, во имя Бога, наслаждайтесь ими. Нечисть. И вы говорите, что это книга Бога? Разве Бог говорит такое? И еще должны определить, кто из них девственница, а кто нет, тех убить. Ребенок, убить их. Мальчик или девочка, убить их. А если достаточно взрослые, если вы думаете, что они пригодны, убедитесь, убедитесь. А как вы убедитесь? Да простит Аллах. Книга Бога? Я говорю, нет. Это не является ни книгой Бога, ни книгой Мусы. Как он мог унизить своего пророка настолько, описав его совершившим инцест со своими дочерями? Затем они говорят вам о том, что пророк Ибрагим совершил инцест со своей сестрой, что якобы Сара была его сестрой. Далее они говорят вам, что Рувим, один из сыновей Иакова, совершил инцест со своей матерью на крыше. Затем говорится, что сказали Исаву, люди ему сказали, «Твой сын наслаждается там со своей матерью на крыше». А он не сказал даже «Уф!» Ничего. Ничего. Тьфу, даже не сказал. Ни слова от него. Представляете? Как будто он был рад услышать эту новость. Затем Иуда, родоначальник иудеев, от которого и произошли такие слова, как «иудеи» и «иудаизм», «евреи», «иудеи», «иуда». Он решил приблизиться к своей невестке, сидящей у дороги, решив дать ей козленка. Из-за того, что она сидела у дороги, он подумал, что она является проституткой. Так он подошел к ней и сказал, «И это я прочитал в Библии. Позволь, я войду к тебе». Это классический английский короля Джеймса. Да, английский короля Джеймса. Наш Джимми Свегард клялся этим, считая это лучшей Библией, являющейся версией короля Джеймса. И в ней говорится, «Позволь, я войду к тебе». Она сказала, «А что ты мне дашь?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она говорит, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Потому что ты получишь свое и уйдешь, а я, может, больше и не увижу тебя». Он сказал, «Какой дать тебе залог? Печать твою, браслет, ну и трость, что на руке твоей, как трость Мусы». Так он отдал все это ей и совокупился со своей же невесткой. После чего она забеременела и родила двойню. И эта двойня, Фарес и Зара, являются прапрадедушками Иисуса Христа в этой священной Библии. В первой главе от Матфея, первая книга Нового Завета, первая глава, первый стих начинается так. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Второе. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его». Далее. «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари». Кто они? Взгляните на книгу «Бытие», глава 38, где говорится, что свекр совокупляется с невесткой, от этого рождаются дети-ублюдки, дети-инцесты, и они якобы, как верят христиане, предки Бога Иисуса Христа. Человеку, у которого нет генеалогии, они приписали родословную, две родословные, и между этими двумя они приписали ему 66 отцов и дедушек. Человеку, не имевшему отца, они приписали 66 отцов и дедов, и Бог не один из них. И Бог не один из них, представляете? Он сын Бога, но Бога там нет, во всей родословной. Мой сын вон там, сзади. Представьте, что я говорю вам о его родословной. Я причисляю ему по памяти 66 отцов и дедушек, но я не один из них. Я не один из этих 66. Что я имею в виду? Что я этим говорю?
что он 66 раз ублюдок, нет? Что это значит? Я приписываю 66 отцов и дедушек моему сыну, но сам не являюсь одним из них. Что этим я хочу сказать? Человеку, не имевшему отца, приписали 66 праотцов, и 6 из них являются еще и незаконнорожденными, согласно их же собственным записям. И это в книге Бога? Это книга Бога? Знаете, я могу говорить бесконечно. Новый Завет, он начинается. Каждая книга начинается от Матфея, там говорится, Евангелие согласно Матфею, Евангелие согласно святому Марку, Евангелие согласно святому Луки, Евангелие согласно святому Иоанну. Я спрашиваю, что значит слово «согласно», «согласно», «согласно»? Почему «согласно»? «Согласно» и «согласно». Я тоже пишу книги, но вы найдете мое имя как автор, Ахмад Дидат. Это не согласно Ахмад Дидату. Если же вы напишите это, думая, что я мог сказать такое и такое, тогда вы можете сказать, это написано согласно мистеру Дидату, или он так сказал. Это может быть неправдой. Вы можете неправильно понять, но если книгу написал я, то я поставлю там свое имя. Матфей не писал свое имя, Марк не писал свое имя, Лука не писал свое имя, Иоанн не писал свое имя. Это безымянные книги. То есть вы думаете, что это, возможно, исходит от мистера Дидата, поэтому и ставите его имя. Это, возможно, исходит от брата Фарахана, и ставите его имя. Это, возможно, исходит от брата Мухаммада, и ставите его имя. Вы не имеете права делать этого. Никто не имеет права поступать так. Вы поступаете несправедливо с человеком, если он не говорил этого. Вы можете быть неточны. Так, согласно Матфею, согласно Марку, согласно Луке, согласно Иоанну. И внутренние свидетельства показывают, что они не писали эти книги. Это то, что вы видите снаружи, из заголовка. Они, христиане, ставят эти заголовки. Итак, когда вы читаете внутреннее содержание от Матфея, 9 глава, стих 9. Я говорю от Матфея, 9 стих, глава 9. Но Матфей не писал этого. Почему же я говорю так? От Матфея 9:9, если он не писал этого. Знаете, Джей Би Филлипс является пребендарием Чечестерского кафедрального собора в Англии, служитель англиканской церкви. Он перевел Евангелие на современный английский язык. Английский, который цитирую вам я, это немного старинный вариант, потому что я зачитываю вам из версии короля Джеймса. Большинство людей любят этот старый вариант короля Джеймса, поэтому я и использую его, и до этого использовал. Но Джей Би Филлипс в своем переводе Евангелия от Матфея, он говорит, «Ранняя стадия приписала это Евангелие апостолу Матфею». Ранняя стадия — это что? Ранняя стадия — это то, что говорят люди, что это книга от Матфея. Ранняя традиция приписала это Евангелию апостолу Матфею, но почти все современные ученые не признают эту точку зрения. Индуистские ученые, мусульманские ученые, иудейские ученые — нет. Самые высокопоставленные христианские ученые из 50 сотрудничающих организаций, они говорят. Это то, что они говорят. Почти все современные ученые отрицают то, что Евангелие от Матфея написал сам Матфей. Автор, которого мы по-прежнему из-за того, что удобно, называем Матфей, как и я сам, вместо того, чтобы говорить вам первая книга Нового Завета, глава 1, стих 1. Зачем мне тратить ваше время и свое? Нет, лучше ведь сказать «от Матфея 9.9», «от Матфея 9.17». Очень удобно, я использую слово «Матфей». Но взгляните, автор, которого мы все еще так охотно называем Матфей, целенаправленно искажен на таинственную «Q». Эта буква «Q» тоже находится в кавычках. Эта буква «Q» означает немецкое слово «quella». «Quella» значит «источник». Ну, ученые знают, что означает эта буква «Q», что, возможно, является собранием ранних традиций. Он использовал Евангелие от Марка полностью. Кто? Матфей. Он использовал полностью Евангелие от Марка. На языке учеников Матфей списывал у Марка. А Марк был 10-летним мальчиком, когда Иисус ходил по земле. Матфей, как предполагается, будучи учеником Иисуса, являясь очевидцем и свидетелем, и он идет переписывает у 10-летнего мальчика, которого там не было. И вы говорите, что это книга от Матфея? Как Матфей? Что это за разум был у него такой? Что за глаза и уши были у него, если он пошел переписывать, но будучи при этом свидетелем и очевидцем? Но мы понимаем, что Евангелие от Матфея не писал Матфей. Это же, знаете, для этого не нужно большого ума. Вам не нужно быть дидатом, чтобы знать эти вещи.
Просто чуть-чуть пошевелите своими мозгами, и вы увидите, где ложь, а где правда. Тогда и вы сможете потягаться со Свегардом и ему подобными в любое время, в любой день. Аллах даровал нам правильный путь, но мы не идем по нему. Мы слушаем, наслаждаемся, потом идем домой и все забываем. Вам нужно работать над собой. Другими словами, если вы увидели что-то, то скажите, давайте-ка я проверю, что там. Например, открывайте Евангелие от Матфея, глава 9, стих 9. И что мы там видим? А там написано, пока он, имеется в виду Иисус, проходя оттуда, это старый английский, версия короля Джеймса, проходя оттуда, он, Иисус, увидел сборщика пошлин по имени Матфей. И он, Иисус, пришел к нему, Матфею, и сказал ему, Матфею, следуй за мной, Иисусом. И он, Матфей, последовал за ним, Иисусом. Я спрашиваю, это написал Матфей? Или Иисус написал это? Кто же? Неужели вы не видите, что эти слова не принадлежат ни Богу, ни Матфею, ровно как и ни Иисусу? Это не есть Евангелие. Мы верим в Евангелие. А что такое Евангелие? Евангелие — это откровение, ниспосланное Всевышним пророку Иса, алейхиссалям. И Библия говорит нам, вот эта Библия говорит нам, Матфей говорит нам. Иисус пошел в определенное место и проповедовал Евангелие, по-арабски «Инджиль». Евангелие означает «благие вести», что в переводе на арабский значит «инджиль». Он пошел проповедовать «инджиль», Марк говорит. Он пошел в определенное место проповедовать «инджиль». Евангелие. Лука говорит нам, он пошел в определенное место и проповедовал Инджиль, Евангелие. И он говорит нам, он пошел в определенное место и проповедовал Евангелие, Инджиль. Я же спрашиваю, он что, носил эту книгу у себя за пазухой? Носил? И каждый раз, вытаскивая из-за пазухи, зачитывал. И вначале было слово, слово было Божьим. Это то, как он поступал? Нет. Какое бы откровение Аллах ни спаслал ему, это и есть Инджиль. Теперь же сами христиане говорят вам, и вам не нужно делать никаких новых открытий относительно Библии. Что бы они вам ни дали, берите из этого и используйте. Они говорят вам, что перевели Библию, Новый Завет, на арабский язык. Для арабов они сделали 11 разных Библий. У меня есть несколько из них. 11 разных Библий. Я думал, арабский язык только один, но теперь мне говорят, что есть разных 11 диалектов. И для каждого диалекта есть своя Библия. Ты палестинец? Есть для тебя. Ты откуда? Марокканец? Для тебя тоже есть. Из Туниса? И для тебя есть. Из Судана? И для тебя есть. Откуда? Из Сирии? Тоже есть. 11 разных Библий только для арабов. На различных диалектах арабского языка. А потом они думают, нет оправдания в отрицании крови Христа. 11 разных Библий сделаны для вас, как облегчение. В арабском переводе книга начинается так. Инджиль от Матфея, Инджиль от Марка, Инджиль от Луки, Инджиль от Иоанна. Да, да, правильно. Вы принимаете это и говорите Инджиль от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Нормально. А где же Евангелие от Иса, алейхиссалям? Нет, мы верим, что мы говорили. Мы верим в Инджиль, и говоря Инджиль, мы имеем в виду откровение, ниспосланное Всевышним пророку Иса, алейхиссалям. Вот во что мы верим, а не то, что есть у Матфея, Марки, Луки и Иоанна. Кто они? Кто такие Пол, Питер и Джеймс? Кто они? То, что принимаем мы, это откровение, которое Аллах ниспослал пророку Иса, алейхиссалям. Евангелие от Иса, алейхиссалям. Покажите его. Тогда мы отнесемся благожелательно. Если это от пророка Иса. Но это не слова Исы. Неужели не видите? Они вам говорят это. Зачем же вы сами должны утверждать, что это Тора, это Евангелие, это Псалтырь? Нет, это отсутствие знаний. Ведь вся эта информация доступна без проблем. В книге «Является ли Библия Словом Божьим?» Кстати, я послал 10 тысяч экземпляров этой книги в вашу страну воздушным путем. 10 тысяч книг «Является ли Библия книгой Бога?» 5 тысяч книг о распятии, да и тысячи другой литературы отправил из Южной Африки, что эта доставка обошлась мне более 20 тысяч рандов. Юарский ранд стоит чуть больше доллара в моей стране. В торговых точках это стоило около 50 центов, но в ЮАР на свой один ранд я могу купить больше, чем вы можете на свои 2 доллара в США. Мой ранд ценнее в моей стране, чем ваши 2 доллара здесь, в вашей стране. Вы купите чай и кекс здесь. Мой ранд дает мне больше, чем ваши 2 доллара здесь для вас. Я потратил более 20 тысяч рандов на доставку почты.
Но ваша страна установила своего рода занавесь в виде определенных санкций в отношении моей страны. Заслуженно. Да, они заслужили это. Тогда я сказал, что нам делать с этим? Мы не делаем бизнес, мы не пытаемся продать вам это. Мы хотим дать вам это бесплатно. Никаких проблем. Мы хотим, чтобы эти книги были там. Дайте их людям, пусть забирают себе домой. Потому как в них известны записи того, что я говорил, и больше того, что говорю, потому что я не могу сказать за 50-60 минут то, что могу сказать в книге. Но эта книга доступна абсолютно бесплатно. Вы можете найти ее. Они есть у брата Хамида Газали. Но знаете, у нашего народа своеобразный тип менталитета. Постоянно брать. Мы не научились давать. Я говорил, вы убиваете людей. Вы убиваете меня. Арабы просто убивали меня. Да, арабы, валлахи. Они просили мою литературу бесплатно, и когда они просили, то я им давал бесплатно. Литература бесплатна, но единственное, о чем я просил их, так это, чтобы они хоть почтовую марку оплатили. Почтовая марка на конверте стоила 5 рандов, что равняется $5.50. На тот момент наш ранд был выше доллара. Я сказал, послушайте, 5 рандов равняется $5, если бы вы оплатили это. Но нет. Они попросили всю литературу, но ни слова о доставке. Но это привычка, просто привычка. Не со зла, хвала Аллаху. Просто в основном наши люди не научились давать. Христиане же дают. Это то, что и делает Джимми Свегард, кто он есть. В своей книге «Католичество» он говорит, что теперь он появляется, как написано в книге, более чем в 700 платных каналов. Если сказать моему народу, они скажут, что? Ты только лишь на одном канале на весь ЮАР. А этот человек говорит о цифре 700 и 1000 каналов кабельного ТВ. Для чего все это? И еще он говорит, что ему нужен $291,000 ежедневно, чтобы держаться на плаву и не утонуть, опустившись на дно. $291,000 в день. Я взял калькулятор и посчитал, что за год выходит $106 миллионов. Это чтобы выжить. Я читал книгу, пока ехал из Дубая. Его журнал, который называется «Евангелист», где он говорит, что хочет $1,000,000 за день. И он получит это. Не-не-не, это неудивительно. Когда люди уходят, они тоже теряются. И те из них дают ведь не только 10% из своей зарплаты, из своего дохода. 10%! Мы не можем дать 2,5%. Даже 1/40 не можем дать. Да, многие из нас. Даже 2,5%. Если бы люди давали только 2,5%, во всем мире не было бы проблем. Вы не можете дать 2,5%, а они дают 10%. Даже если зарабатывают $1,000 в месяц, $100 они отдают в церковь, в первую очередь. $100 сразу идут в церковь. 102 тысячи в год. Я спрашиваю, какая корова вам может дать такое без кормления ее? Христианская корова, она дает вам $102,000 в год без кормления. И когда они идут на лекции, я видел это на кассете, где говорилось о том, что свои пожертвования они должны делать даже еще до того, как придут на саму лекцию. Последний раз я видел в Чикаго эти пластиковые баки, в которые люди бросали однодолларовые купюры, $5 купюры. Да, они жертвовали таким вот образом. Они дают. Они ценят это. А мы все хотим бесплатно. В моей стране горячая и холодная вода, кондиционеры. Все хотят за бесплатно. Мы сами создали этот менталитет попрощайничества. Можешь мне дать что-нибудь? Имея даже миллиона, в голове все равно тот же менталитет, который не покидает вас. Христиане говорят, помолись за меня. Наши никогда не скажут помолись. А знаете, что скажут? Дай мне денег. Они понимают. Вы скажите, помолись за меня. Они же в ответ, да дарует Аллах тебе долгую жизнь, но не дашь ли ты мне сотню, так как я еле стою на своих ногах. Вот видите, вроде живой, здоровый, но просит сотню денег. Вот таковы наши молитвы. Продолжаем нашу тему. Коран или Библия является Словом Божьим.
Для Библии, я думаю, у меня есть времени более чем достаточно. Посмотрев на эту книгу, вы поймете, что она не является Словом Божьим. Слова Господа там есть. Да, эти слова имеются в Библии. Мы не можем сказать, что их там нет. Хорошие слова и учения там есть. Слова пророка тоже там есть. Слова историков тоже имеются в ней. Но там еще есть другие слова, которые порядочный человек не может прочесть своей сестре, матери, дочери или даже своей невестке, если она хорошая женщина. Иншаллах, сейчас я приведу вам примеры. Ведь я говорю, что слова Бога имеются в Библии. Библия как книга целиком не является книгой Бога, но слова Господа в ней есть. Мы не можем сказать, что все выброшено из Библии, потому что в таком случае мы будем несправедливы по отношению к данной книге. Слова Бога, к примеру, как в книге Второзакония, глава 18, стих 18. Там вы можете прочесть или послушать, как звучат слова Всевышнего, адресованные к пророку Мусе, алейхиссалям. Он говорит: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Кто же это тот, кто говорит «Я»? Вам не нужно быть доктором богословских наук, чтобы понять, что это Всевышний, который обращается к пророку Мусе, алейхиссалям. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты», имея в виду Мусу, «и я, Всемогущий Господь, вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Это с арабоязычной Библии. То есть мы можем узнать, как именно звучат слова Господа. Нет сомнения в распознавании божественных слов. Или другой пример того же времени в книге Исаия. Бог говорит: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Итак, эти слова были произнесены пророком Исаией. Но мы можем прочитать, и иудеи знали, что он не обладал божественностью, говоря: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Нет, когда он делал так, он всего лишь цитировал слова Господа, чтобы мы могли определить и узнать, что это является словами Господа. Это один вид доказательства, а другой вид доказательства в том, как пророк Божий говорит в Новом Завете. Я приведу вам пример этого. Он говорит, то есть Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним», то есть давно прошедшее время. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Кто говорит? Пророк Всевышнего. «Я» — значит Иисус. В другом месте он говорит снова: «Вы слышали, что сказано древним, если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Я говорю вам». Кто этот «Я»? Иисус. Также говорится в еще одном месте: «Вы слышали, что сказано древним, око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Так кто этот «Я»? Иисус. Слова Божьего пророка. Мы видели слова Бога, теперь мы видим слова Божьего пророка. Третий вид доказательства. Из Евангелия от Марка. Там говорится: «Пока он, Иисус, шел оттуда, он, Иисус, увидел покрытый листьями инжир. Он, Иисус, подошел посмотреть, нет ли на нем плодов. Но придя к дереву, он, Иисус, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания плодов». Кто говорит? Не Бог, не Иисус, а очевидец или свидетель, или некто, кто слышал это от него. Поняли? Это третий вид доказательства. Слова Бога, слова пророка, слова историков, а также очевидцев и свидетелей, или тех, кто пишет по слухам. Четвертый вид. Четвертый вид я даже не смею цитировать. Мое правительство запрещает в ЮАРе. В моей собственной стране правительство запрещает это. У меня есть копия вот этой главы из Священной Библии. И в этой главе вы можете увидеть определенные записи, помеченные красным цветом. И это 9 дополнительно сделанных записей, опубликованных кем-то. То есть якобы «слова Бога» в кавычках, для бесплатного распространения.
И некто из отдела цензуры обратил на это внимание. То есть отдел цензуры ЮАР запретил это. Несмотря на то, что эти дополнения были из Библии, в кавычках. Они запретили это. Мое правительство очень придирчивое, в отличие от вашего христианского народа. Знаете, если я захочу купить книгу, я могу купить ее в любом аэропорту, в Нью-Йорке или же в Лондоне, а поехав с этой же самой книгой в свою страну, то там меня посадят в тюрьму на 2 года за такую литературу. Вот такое строгое мое белое христианское правительство, даже относительно религиозных вопросов. Итак, в этом отделе были 2 священника, но даже они не смогли узнать, что это слова Бога. Вот так и запретили. И вот, основываясь всего лишь на одном слове, то есть было одно нежелательное слово в одной из книг Старого Завета, представляете, всего лишь одно слово, и из-за этого та книга была запрещена в ЮАР в течение 20 лет. Но теперь они снова разрешили ее, образумились, видимо. Теперь можно смотреть и разные виды порнографии, которые по степени тяжести своей доходят, не знаю докуда. Как же так, из-за одного слова они запретили книгу на 20 лет? А теперь же, видите ли, взяли и разрешили, и говорят, теперь ее можно читать. Но опять же, эти 9 дополнений из Библии все же запрещены. Теперь возникает вопрос. Если вы запретили книгу всего лишь из-за одного слова, то почему не запрещаете еще одну книгу, в которой целых 9 дополнений? Но как? Как они могут сделать это? Они ведь клянутся ею. Да, в суде приносят клятву Библии, ставят свою руку и дают клятву, что не будут говорить правду, ничего кроме правды, да поможет Господь. Поэтому все должны ставить свою руку на эту книгу. Как же они запретят ее? Но знаете, это так грязно и мерзко, что единственное, я могу лишь привести пример того, когда вы смотрите телевизор, и увидев в нем что-то отвратительное, вы ведь сами переключите канал. Это ваш обычный телевизор, работающий 24 часа в сутки. Увидев что-то грязное, вы переключаете его. Вы люди размышляющие. Читайте. Читайте. Книга Иезекииль, глава 23. Похождение 2 сестер о том, что они делали, как они делали, о их любовниках. Какие именно были у них любовники. Вы прочитайте это для себя. Порядочный человек не сможет прочесть это своей матери, сестре, дочери и даже своей невестке, если она хорошая женщина. Книга Бога? Бог говорит то, что позорит тебя? Как вы такое представляете себе? Ну, предположим, я был христианином. И мой дядя сказал мне, что хочет, чтобы я прочитал Иезекииля, главу 23, в качестве наставления для людей, присутствующих здесь. Я сказал, нет, я не могу прочитать это здесь. Дядя спрашивает, а что не так? Я же в ответ, это ужасно. Но это слова Бога. Если Бог не стыдится говорить эти слова, выражения и описания, то почему я должен стыдиться? Я что, более святой, чем Бог? Или вы разве можете быть святее Бога? Если Богу не стыдно, то почему стыдитесь вы? Нет, вы стыдитесь, потому что знаете в глубине своего сердца, что это не слова Бога. Хвала Аллаху. В исламе тоже имеются эти 4 вида литературы. Да, они есть. Но наша литература разделена на 4 отдела. Мы видим, что в Коране у нас слова Бога, калам Аллаха. А слова пророка у нас в отдельной книге. Хадис. У нас есть слова ученых имама Аль-Газали, Ибн Рушда, Авиценна и так далее. Отдельные книги. У нас ведь есть еще книга «Арабские ночи», где рассказывается об арабах до исламского времени, проводящих время за ночным костром в пустыне. Это омерзительные истории. В молодости я читал «Арабские ночи», оригинальное издание Фиджеральда. Я читал, и мне оно нравилось. Я наслаждался и читал снова и снова. На тот момент я не знал, что мог приобрести Библию стоимостью всего лишь за 25 центов и найти именно в ней все, что я искал. Но я это все искал в других дорогостоящих книгах. Итак, у нас есть книга Всевышнего отдельно, слова пророка отдельно, слова ученых отдельно и «Арабские ночи» тоже отдельно.
и мы не относимся к ним в равной степени. Ни один мусульманин не скажет, что хадис равнозначен Корану. Или же труды нашего ученого имама Аль-Газали равны хадису. Или арабские ночи равнозначны трудам Аль-Газали. Никто не скажет. Они все на разных уровнях и распределены по частям. А в Библии, к сожалению, все находится в одной книге. Книга Бога в ней, книги пророка в ней, книги историка в ней и порнография тоже в ней. Все в одной книге. И невозможно отделить одно от другого или взять что-то и выкинуть из нее. Невозможно. Этих Библий в мире миллионы и миллионы. Эта книга — лучший бестселлер. Да, это так. Итак, это есть Библия. Живя в среде, в которой всегда упоминается «Библия, Библия, Библия, Библия», вы должны узнать о Библии, чтобы облегчить свою задачу, чтобы вы могли беседовать с людьми. Коран. Знаю, что нет необходимости приводить доказательства, но все же я приведу вам несколько примеров. Это книга. Давайте взглянем на нее чисто с позиции человеческого восприятия, на ее содержание с человеческой точки зрения. Мы не говорим сейчас, что это книга Аллаха. Давайте рассмотрим с точки зрения человека. Если бы эту книгу написал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, если он написал ее, давайте представим это на мгновение, как это утверждают и враги. Они говорят, Мухаммад случайно написал эту книгу. Я спросил, эта книга написана Мухаммадом? Мне ответили, да. Тогда я сказал, Библия написана 40 разными авторами. 40! Представляете, 40! 40 разных людей являются авторами Библии, которая состоит из 66 книг. А этот Коран — работа одного человека. Ну, давайте, скажите мне теперь, как вы можете сравнивать их? Можете сравнить? Работа одного человека и работа 40 человек. С точки зрения человека, я бы сказал, уберите все это с моих глаз. И помимо всего, эта одна книга дает вам ответы на все ваши вопросы. На все ваши вопросы есть ответы в Коране, а Библия состоит из 66 книг, и в ней все равно нет ответов. Вы мечетесь. Вы не знаете, что делать с вашими алкоголиками. Вы можете уверенно сказать, что Джимми Свегард написал книгу «Алкоголь». Большое проклятие в США. Главная проблема Америки. И он приводит цифры. И это, в свою очередь, статистические данные. Он говорит, что в Америке насчитывается 11 миллионов алкоголиков. 11 миллионов. Это ваши цифры. 11 миллионов. И еще 44 миллиона пьяниц. Алкоголики — это те, кто не могут себя контролировать. А другие пьяницы, они очень похожи. И Свегард говорит, и мы должны с ним согласиться, он говорит, что нет разницы между двумя этими категориями. То есть между алкоголиками и пьяницами нет никакой разницы, говорит Свегард. Так, у вас 55 миллионов пьющих, согласно Джимми Свегарду. Я сказал, один шаг вперед. Идемте с нами на шаг вперед в ислам. Ваши компаньоны тоже. Включите их тоже в свой список. Потому что святой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Все, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом количестве. Нет исключения даже для грамма, включая всех». Поэтому у вас более 100 миллионов пьющих. Решение этой проблемы имеется только в исламе. Что говорится в этом одном аяте? «О вы, которые уверовали, поистине опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверные издеяния сатаны. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете». Спасение заключено в воздержании. Единственная религия на этой земле, которая говорит, не приближайтесь к этой мерзости, это ислам. Нет другой религии, нет другой религиозной книги, которая говорит, не трогайте это, не приближайтесь к этому. Христианские миссионеры сами жалуются на своих же священников. Сам проповедник-евангелист жалуется на других проповедников-евангелистов. Он говорит, они не могут ничего противопоставить алкоголю. На конференции евангелистов людей спросили, сколько из вас готовы занять позицию против алкоголя? Пожалуйста, встаньте. Никто не встал. А все на самом деле потому что они говорят, что дух находится внутри него. Дух от Бога якобы находится в нем. Он больше не может видеть этих заблудших людей.
Для того, чтобы оправдать свою позицию, они говорят, что Иисус Христос превратил воду в вино. Если этого достаточно для нашего Бога, то достаточно и для нас. Это и есть их логика. Они так думают. Да, они говорят, что это же самое вино, что якобы Бог испил и совокупился с их дочерями. То же самое вино и в греческой версии, и здесь. Все одинаково. Христос превратил воду в вино. Он ведь не брюзга или циник. Чего это он должен лишать нас радости? Их логика потрясающая. На самом деле все заключается в том, что они сводят свою позицию к тому, что Иисус Христос сказал: «У меня есть много чего сказать вам, но сейчас вы не сможете этого вынести. У меня есть много чего сказать вам, но вы не будете способны понять всего этого. Вы как маленькие дети». А смысл же этого выражения гораздо шире. В Новом Завете Иисус снова и снова говорит о своих апостолах. Он говорит им: «У вас слабая вера, у вас слабая вера», имея в виду, что у них нет веры, имана. Сколько раз? Тысячи раз. И он объяснял им, как объясняют маленьким детям, а они же не могли понять. Тогда он сказал им: «До сих пор не поняли! До сих пор? Что с вами не так?» А когда рассердился, далее он сказал: «О вы, ненадежное и порочное поколение, сколько же я еще буду с вами? Сколько же мне еще быть с вами?» Я говорю, если бы Иисус был японцем вместо еврея, он бы, наверное, сделал себе харакири. Ведь все, что он говорил, понимали неправильно. Все! И современные его последователи все понимают искаженно. Все! Без исключения. Я могу привести вам примеры. Иисус сказал: «Когда Он, Дух истины, придет, то Он наставит вас всех, так как Он не будет говорить от Себя, а будет говорить то, что услышит. Он объявит вам о вещах, которые должны явиться, и Он будет прославлять Меня». Так кто же этот Дух истины? Христиане говорят, что это Святой Дух. Кто так думает? Все, каждая церковь. Только в моей стране тысячи церквей и представителей белых людей и 3000 представителей черных. Сегодня утром я получил подтверждение, что у вас в Америке имеется 40 разных баптистских церквей. Разных. В одной церкви может присутствовать музыка, в другой нет. В третьей может быть музыка, но нельзя танцевать. 40 баптистских церквей в Америке. Не знаю даже, сколько там вместе получается. Но я узнаю много новых названий, которых я не знал прежде. Культы. Новые культы. Только Иисус. Это новый культ. Я узнал об этом от Джимми Свегарда. Я не знал, что Иисус только это значит. Отец Иисус, Святой Дух Иисус, Иисус, Иисус. Это культ, называющийся только Иисус. Да-да-да. У ваших людей все перемешалось. Столько смешанных вещей. Америка готова ко всему. Аллахи, Америка готова на все, что угодно. Ну вот, Сам Ян Мун, кореец, он вдруг объявляет себя Иисусом Христом во втором пришествии, и люди уже готовы поклоняться ему. Был также еще один человек из чернокожих, святой отец. Так этот святой отец провозгласил себя Богом. И все начали поклоняться ему. И черные, и белые, все поклонялись ему. Это то, что имело место. Далее, Прабхупада, основатель движения Харе Кришна, которому люди поклонялись как Богу. Гуру Махараджи, человек, который никогда не старел, всегда 16-летний, ему тоже поклонялись как Богу. Махариши, и ему поклонялись. Просто есть культы поклонения сатаны. И знаете, все прокатывает, проходит. Но только не ислам. А почему? Потому что вы все молчите. У вас комплекс неполноценности. У Аллахи, у большинства моих братьев-мусульман комплекс неполноценности. Не знаю, как сейчас, но я приезжал сюда 9 лет тому назад. Я путешествовал здесь, побывал во многих городах и штатах. Так мы собирались поехать в город Индианаполис. Было объявлено, что приезжает Дидат, и в такой-то вечер он прочитает вам лекцию, тема которой называется «Что Библия говорит о Мухаммаде». Это было хорошее начало, то есть дать людям предпосылки для начала темы, что Библия говорит о Мухаммаде. Когда же я прибыл в Индианаполис, я увидел афиши и спросил: «Это что такое?» То есть, ну как вы называете вот эти бумажки, листовками или еще там как-то? Так вот они дали мне одну такую листовку. Я прочитал, что там, а там написано «Пророк Эй в Библии». Я спросил: «Пророк Эй в Библии? Что значит пророк Эй? И вы студенты университета? Вы тупые? Что значит пророк Эй?»
Эй значит любой, any с английского. Хорошо, не пророк Д. Если бы сказали пророк Д, тогда возник бы вопрос, о каком именно это идет речь? Что значит пророк Эй в Библии? Их упомянуто там 75, какой именно вас интересует? Я спрашиваю, а? То есть вы можете пойти в какой-то магазин и, захотев купить что-то, скажете, я хочу купить вещь Эй. Что это за вещь Эй? Что вы хотите? И вас будут обслуживать? Подумают, вы лунатик. Что это за вещь Эй вы хотите купить? Это просто тяжело представить, насколько сильно развит у людей комплекс неполноценности. У мусульман. Я исключаю темнокожих своих братьев. Я говорю о своих братьях из Востока, арабах, пакистанцах, бангладешцах. Здесь же я снимаю свою шляпу перед своими африканскими братьями. После 300 лет гармонии эти люди стали одними из самых воинствующих народов на Земле. И это моя раса, мой народ. Ну, не моя раса, потому что у меня индо-пакистанское происхождение. Мы немного помягче, чем эти наши братья. Мы называем их малаи. Я сказал, что мы самая воинствующая мусульманская община на Земле. Пока мне не пришлось сказать в Чикаго, что на самом деле самая воинствующая община мусульман на Земле — это наши чернокожие братья из Северной Америки. Ничего страшного, я не стесняюсь быть на втором месте. Ну вот комплексы неполноценности. Итак, я еду в Чикаго. Простите, я еду в Вашингтон. И у нас там невероятные дебаты между главой Римско-католической церковью, отцом Габриэлем и Ахмаддидатом из-за Атлантического океана. Сколько людей пришло? Гостей? Сколько? Сколько? Ну, сколько? Тысячи. 20 тысяч. Не тысяча, а 20 тысяч. И большинство женщины и дети. Вы получаете барака согласно своему намерению. Ваша благодать приходит к вам согласно вашему намерению. А у вас намерение, как у женщин. Вы боитесь? Вы боитесь сказать. Библия, Мухаммад. Вы боитесь? И вы получаете то, что имеете. Вы испуганы. А знаете, почему вы испуганы? Я изучил, почему вы напуганы. Эти мусульмане из далекого Востока, мой народ. Почему они боятся? Они иммигранты. Они пришли сюда учиться, а после обучения, ну, уже больше возможностей. Можно делать больше денег. Жизнь гораздо комфортнее, чем в Индии, Пакистане и Бангладеше, или же в арабских странах. Вы решаете заполнить анкету, и вам дают испытательный срок на 5 лет. И теперь, если я скажу что-то не то, то люди из ЦРУ или ФБР просто не примут меня. Это ваш менталитет. Вы продали свое лицо за чечевичную похлебку. И это продолжается. Вы получаете свою бумагу и знаете, что они уже не выдворят вас. Но все равно боитесь из-за своего комплекса неполноценности. Я же говорю, избавьтесь от этого. Единственный способ сделать это — взять Коран. Читайте Коран с пониманием. Аллах, если вы будете читать его с пониманием, то вы не сможете просто сидеть и бездействовать. Когда Аллах говорит вам, Он говорит, Он тот, кто отправил вам посланника с наставлением. И с истинной религией, которая охватывает, возобладает и заменяет все другие религии и образы жизни. Независимо от того, нравится это неверным или нет. Затем он повторяет ту же самую формулу, а завершает словами, независимо от того, нравится это многобожникам или нет. Таково предназначение этой религии. Далее он повторяет тот же самый аят в другом месте, 3 раза в Коране. Он тот, кто отправил своего посланника с наставлением, с истинной религией, которая охватывает, возобладает и заменяет все другие религии, будь то индуизм, буддизм, христианизм, коммунизм, иудаизм, все эти изм. Ислам призван одолеть и управлять ими всеми. Достаточно Аллаха как свидетеля для того, чтобы распространить свою религию с вами или без вас. Он может сделать это, но он желает дать нам с вами такую привилегию, желает, чтобы мы заработали награду пророков. Он хочет, чтобы мы делали работу пророков и получили соответствующую награду. Вы не можете стать пророком. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, является самым последним посланником Бога. Если после этого любой, кто скажет вам, что он слышит голоса, то ему нужно к психиатру. Но
Работа, которую Аллах дал нам, распростер над нами, честь, которой Он нас удостоил, это работа Божьих пророков. Если вы делаете пророческую работу, то должны заработать пророческую награду. Аллах ведь является справедливым. Он не даст вам работу президента, а зарплату даст как чернорабочему. Человек способен на такое, но не Аллах. Вы делаете пророческую работу и получаете пророческую награду. Это привилегия, которой одарил нас Аллах. Поэтому примите это, мои братья и сестры. Возьмите в одну руку Коран и в другую Библию. Здесь вам нужны будут они обе, Коран и Библия. Вы не можете ловить рыбу, а другие ребята умеют ловить рыбу. Они знают, как ослабить вас. Поэтому используйте средства, чтобы уметь противостоять им. Аллах ведь говорит нам: с чем бы они ни пришли, скажи им, где ваше доказательство, где ваше подтверждение, покажите нам. Другими словами, анализируйте это, и вы сохраните свое положение. Дорогие братья и уважаемый председатель, наверное, я занял достаточно много вашего времени уже, и во время задавания вопросов тоже я буду в вашем распоряжении. Можете задавать вопросы по теме не только, но не задавайте мне шариатские вопросы, для этого идите к ученым. Я эксперт в сравнении религий. Поэтому в этой области вы обрадуете меня. То есть вы задаете мне вопросы, ответы на которые я знаю, то я шахин. Но если спросите о том, что я не знаю, то мне придется извиниться, и вы подумаете: да, этот парень ничего не знает. Поэтому не смущайте меня перед моими сестрами. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить нашего брата Ахмад Дидата за освещение нам аспектов Корана и Библии. Я прошу прощения за ограниченное пространство в данном помещении и жару, но надеемся, что это повысит и жар нашего имана. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в лаконичной формулировке, и Ахмад Дидат ответит на них. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в краткой форме и по нашей сегодняшней теме. И, как попросил наш брат Ахмад, не задавайте вопросы, связанные с шариатом. Меня интересует такое явление, как политика, проводимая определенными странами, особенно Израилем. Почему такое происходит? Почему такое имеет место быть? Неужели весь христианский мир не видит всего того, что происходит? Всей той несправедливости, которая царится на земле? И неужели они не видят саму несправедливость во всем происходящем? Вы знаете, евреи и арабы — это двоюродные братья. То есть арабы мои родные, а евреи — двоюродные братья. Аллах даровал им немного больше серого вещества. Не в количестве, а в качестве. В Коране, когда Аллах даровал благую весть о рождении Исмаиля, алейхиссалям, Аллах сказал Ибрагиму, алейхиссалям: «Я дарую тебе сына, гуляман халима». Скромный, покорный, послушный. А когда он даровал снова благую весть, уже о рождении Исхака, алейхиссалям, от которого взял начало еврейский народ, Аллах говорит: «Я дарую тебе сына, уляман алима», знающий, умный. Аллах ведь не разбрасывает свои слова просто так. Алима, 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 алима. Он не поступает таким образом. Когда Аллах говорит «алима», то мы это находим у арабов. Это качество имеется в них. Есть много чего дарованного Аллахом. Аллах всем дал что-то уникальное. Все уникальны. У каждого народа имеется своя определенная уникальная черта. Аллах каждому даровал что-то. И вам даровал, и мне даровал. Итак, человек со своими мозгами просто промыл мозги всему христианскому миру, чтобы они поверили и приняли то, что Всевышний Господь обещал палестинские земли евреям. А своим свидетельством права собственности они сделали Библию. В Библии, в книге «Бытие», Господь говорит Ибрагиму, и Он сказал: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду их Богом». Это и есть свидетельство права на владение Палестиной у евреев.
А христианский мир знает о том, что вершится несправедливость в отношении палестинцев. Они знают, они чувствуют это. У них тоже есть сознание, но они думают, что этого хочет Бог. Как я могу пройти против Бога? Если Бог вам дал право собственности на определенное место, то мне это не нравится. Но если Бог хочет, чтобы я сделал это, то я должен подчиниться, нравится мне это или нет. Вот так работает христианский склад ума. Мы должны перепрограммировать христиан. А мы даже еще и не начали. Это проблема мусульман. Всем своим палестинским братьям, может, и здесь они есть, я сказал, послушайте, я не учу вас, как бороться с евреями. Вы это и сами знаете лучше меня. Но мы должны открыть второй фронт. Во время Второй мировой войны Россия кричала «Второй фронт! Второй фронт!» Ведь вся тяжесть немецкой армии была направлена на Россию. Поэтому нужен был второй фронт, чтобы распределить свои силы по уму. Я сказал, что наш второй фронт — это не с оружием в руках. Я не буду учить вас этому, что делать и как. Второй фронт должен основываться на разуме. На основе ума. Это наше свидетельство права. Аллах говорит, покажите свидетельство. Он показал его. Это мое свидетельство права. Теперь вы должны изучить его. Теперь вы должны изучить это. А вы же говорите ему, нет, это бред, это неправда. Но по-прежнему берет эту книгу и носит ее у себя под рукой. Теперь вы должны подумать о средствах, которыми трансформируете его сознание. Пока вы не сделаете этого, вы будете продолжать платить цену, и целый христианский мир будет поддерживать их, потому что им промыли мозги. Поэтому ответ, дорогие мои братья, заключается в том, что мы должны изучить, как нам следует вести работу. Конечно, это не тот случай. На эту тему можно провести отдельную лекцию, которая займет еще полтора часа. Поэтому прошу, пожалуйста, задавайте следующий вопрос. А, мистер Дидат, я бы хотел задать вопрос относительно тех тем, которые, собственно, уже были выставлены на повестку дня в предыдущих дебатах подобного рода, которые имели место быть в Германии и в Англии. Так вот, в одном из выступлений этого евангелиста, точно не помню его имени, по-моему, Свегард, да-да, Свегард, так вот, один из мусульман задавал ему вопрос о том, является ли Иисус Богом, а также вопрос о том, кому же поклонялся сам Иисус. Но этот лектор не смог дать ответы на эти вопросы, и они остались так и нераскрытыми. Все-таки имеется ли что-то, что можно было бы сказать по этому поводу? Да, да, а вообще этот вопрос касается того, есть ли польза от всех этих разговоров. 3 часа спустя этот парень говорил то же самое, ничего не изменилось. Да, 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 все верно. А вот должны ли были вы быть там? Вы видели кассету? Это оказало на вас влияние? Совсем ничего? Да, на вас. Я спрашиваю вас как мусульманина. Если вы слышали те дебаты и слышали, что там было сказано, а после всего, оказало ли это на вас влияние? Увеличилась ли ваша духовная и нравственная сторона? Да, да, правильно, это и есть ответ. Первое — это то, что у нас есть. Аллах говорит нам, но среди них есть и хорошие люди. Вы не можете сказать, что все они глухие, слепые или проклятые. Аллах говорит нам, среди них есть и хорошие люди, но большинство из них являются нечестивцами. Так и есть. Ответ дан вам в самом Коране. Влияет ли это на нравственность вашу или мусульман? Или же вы думаете, что если все могут делать что-то, то почему мы не можем? Или если кто-то пугает вас, а вы говорите, если бы мой дядя Дидат был здесь, он бы ответил за меня. Если вы можете думать таким образом, то вы спасаете себя. То есть, если в таких дебатах для вас есть польза, то это хорошо, а если нет, то тогда вы все напрасно тратите свое время. То есть, если вы, находясь здесь, думаете, что это ничего вам не дает, то вы напрасно тратите свое время, так же, как и я. Я же не думаю так, иначе не пришел бы сюда. Я знаю, что среди них есть хорошие люди. А многие из наших людей просто пребывают в неведении от того, что не знают, что есть что. То есть мы не знаем их книгу, мы не знаем, что они несут. Если бы вы знали, то с нашими людьми не происходило бы то, что происходит. Мы просто-напросто теряем своих детей. Ну вот возьмите Бангладеш и Пакистан. В Пакистане было больше бедных с тех пор, как они обрели независимость от британского влияния 200 лет тому назад. В Бангладеше все больше стало христиан с тех же самых пор. Еще и в Индонезии 15 миллионов человек обратились в христианство. Я же говорю, что вы не знаете, как восстановить все. Если вы за такое развитие событий, то спросите тех людей, которые находились там.
Ваше положение меняется, ваше отношение меняется. Нынче молодые ищут клиентов. Во всей моей стране, представьте, что делают целое множество групп. Они как только встретят кого-то, сразу начинают дискутировать с ним. Там группы, здесь группы, делают свою работу. Они создают маленьких-прималеньких дедатов. Я, конечно, не собираюсь тут создавать культ вокруг дедата. Я мусульманин, я надеюсь, что Аллах примет меня как мусульманина, я умру как мусульманин. А вы же просто делайте дуа за меня. Этого достаточно. Деньги не нужно давать. Относительно Джимми Свегарда, этот парень как стена. Он чемпион мира в тяжелом весе, самый сильный евангелист нашего времени. Я слышал его. Я показал этот плакат шейху Султану Аль-Касими из Шарджи. Я показал ему это, что собираюсь в Америку встретиться с этим человеком. А он говорит, этот парень большой шайтан. Я спрашиваю его, откуда ты знаешь? Ты же живешь на Ближнем Востоке, вдали от всей его деятельности, откуда тебе знать его? Он говорит, я был в Америке и переключал там каналы, и появился этот парень. И поверьте мне, мистер Дидат, вы просто не можете избавиться от него. Вы можете даже разбить экран, но не выключите телевизор. Да, это так. Хвала Аллаху, некоторые дети, даже просто наши маленькие дети, не студенты университета, а дети, даже они пытаются думать, и у них это получается. На все воля Аллаха. А что же из этого получится? Знаете, вы и есть ведь слушатели. Среди его аудитории тоже есть ведь такие, как зомби. Вы можете ругать некоторых людей в определенное время, но вы не можете ругать всех людей и при этом все время. Полдюжины, четверть дюжины. По чуть-чуть, если их иман будет укрепляться посредством этих дебатов, и они будут вставать на правильный путь, то это уже большое благо. Вот это и есть цель таких дебатов. А есть ли вопросы у сестер? Дайте слово вот тому брату. Нет, не вы. Вон мужчина за вами. В Новом Завете упоминается об утешителе. То есть пророк Иисус предсказал о приходе утешителя. То есть христиане перевели его как утешитель. Также данная тема упоминается конкретно в Евангелии от Луки, в главе 1, а также в главе 15. Что можно сказать по этому поводу? Мне кажется, вы поставили передо мной сложную задачу после столь долгого обсуждения данной темы. Ну, начнем с первой части вашего вопроса. Ну, насчет утешителя. Они считают утешителем Святой Дух. Мы же говорим, что приход утешителя в данном стихе. Иисус говорит, «Тем не менее, я скажу вам правду. Для вас является естественным, что я покину вас, ибо если я не покину вас, то не явится к вам утешитель. Но если я уйду, то он явится к вам». Приход утешителя является условием ухода. Но если утешитель — это Святой Дух, то мы видим в их же собственном Писании, что приход Святого Духа не являлся условием. В главе 1 от Луки говорится, что к Елисавете приходил Святой Дух еще задолго до рождения Иисуса. В той же главе у Луки говорится, что Иоанн Креститель был исполнен Святого Духа еще от чрева матери своей. Иисус еще не был рожден. Далее они говорят нам, что Иисус исцелял с помощью Святого Духа, а что его апостолы исцеляли тоже с помощью Святого Духа. Они проповедовали и исцеляли. До того, как Иисус расстался с ними, он сказал, «Получите Святого Духа, вот, возьмите». Так что он блефовал или дал им его? Этот подарок. Ответ таков, что он дал им его. Он не блефовал. Другими словами, приход или уход Святого Духа не был условным, а приход утешителя был обусловлен. Теперь само слово «утешитель». Это слово «утешитель», оно на английском. Разве Иисус произнес его на английском? Нет ведь. Теперь я читаю это по-арабски. Тот же самый стих по-арабски. Я
В арабоязычной Библии написано слово «муазди». Я же спрашиваю, что Иисус сказал это слово по-арабски? Они говорят «нет». Так на каком же тогда сказал? Я говорю, что он говорил это на языке зулу? Они же «нет». На африканском языке это звучит так. Он что, говорил по-африкански? Они говорят «нет». На 2000 разных языках, 2000 разных названий. А что он сказал? Коран говорит нам. Поистине Иса, сын Марьям, о сыны Израилевы, воистину, я посланник Бога, посланный ко всем вам, подтверждающий откровение пришедшего до меня. И благовествующий о приходе пророка после меня, посланник, который придет после меня, имя которому будет Ахмад, а другое имя которого Мухаммад. И в отсутствии этих написанных имен Ахмад и Мухаммад нам приходится дискутировать с ними. Также имеется доступная кассета на данный момент. Я еще не успел завершить свою книгу. Мухаммад – естественный преемник Христа, которая как раз касается данной темы. Но видеокассета доступна. Она есть у брата Хамида Газали. Думаю, вы сможете почерпнуть из этой книги для себя несколько полезных моментов. А теперь дайте еще кому-нибудь шанс высказаться. Что вы можете сказать о том, что один из сыновей пророка Ноя по имени Хам был проклят? Знаете, христиане Южной Африки, они жили этим проклятием. Они читают книгу «Бытие», главу 9, что после потопа пророк Ной и его трое сыновей, Сим, Хам и Иафет, они начали собирать виноград. Из фруктов, из которых можно делать вино, они сделали вино. И Ной, согласно Библии, перепил. И будто он лежал обнаженный, развалившись. А три его сына, Сим, Хам и Иафет, Кан по-английски H-A-M, значит кусок свинины. И он вел себя как свинья. Он смеялся над обнаженностью своего отца. Представляете, это его отец развалился в обнаженном виде, а два других сына устыдились обнаженного вида своего отца, взяли кусок материала и прикрыли своего отца. В этот промежуток времени отец знал о происходившем, но согласно Библии он был пьян в стельку, чтобы что-то сделать. Когда же он отрезвел, он проклинает и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Вот такое проклятие. И белые люди в Африке верят, что мы, все чернокожие люди на земле, дети Хама. А что сами они белые, дети Сима и Иафета. То есть мы должны быть рабами, носители дров, носители воды. И должны делать всю черную работу. Поэтому белый человек внутри себя не может смириться с тем, что чернорабочие в Африке стали богатыми. То есть у нас тоже есть мерседесы, у нас тоже есть дома кондиционеры, а также и бассейны во дворе. Они не могут понять этого. Это проклятые люди, и они должны таскать дрова и воду. Они должны были работать чернорабочими на заводах и улицах и заниматься уборкой мусора. Это и есть призвание чернокожих. Вот они и не могут смириться с таким положением вещей. Но ничего с этим не могут поделать, потому что мы своим собственным потом заработали каждый цент. Но в подсознании он играет своего рода роль израильтянина в Африке. Он израильтянин, белый человек. Он читает Библию и проецирует себя в Библии, типа «роль». Мы все так делаем. Когда мы смотрим фильм, вы знаете героя, и вы с ним. И даже если он делает что-то неправильно, вы все равно его оправдываете, потому что у вас уже складывается определенная симпатия к его образу. Точно так же, когда они читают Библию, они симпатизируют иудеям. Итак, они ставят себя на место иудеев. Они как сыны Израилева в Африке, а все другие люди, чернокожие, индийцы и так далее, в Африке это палестинцы. И на них все время давят. Но вот такое пророчество. «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Я спрашивал у ученых из христиан. Я спросил, кто видел обнаженность своего отца? И смеялся. Это Хам. А кто такой Ханаан?
Понимаете, это хам. А кто такой Ханан? Понимаете, когда человек был пьян, мы знаем, что случилось. Но он протрезвел и проклинает. И кого он проклинает? Не хама. Он проклинает Ханана. Почему Ханана? И поверьте мне, ни один христианский ученый, даже Джимми Свегард или даже его отец не могут ответить на это. Почему Ханан? Что, Бог слепой? Видеть одного, а потом проклинать другого. Что, он сам тоже слепой? Неужели они думают, что Бог слепой? Нет. Тогда почему говорится Ханан? Знаете, что в той главе номер 9 книги «Бытие» вы прочтите снова, и вы заметите, что каждый раз имя Хам упоминается в этой главе как «Хам, отец Ханана», и «Хам, отец Ханана», и «Хам, отец Ханана». Так вот, закончив читать, вы подумаете, что Хам и Ханан являются синонимами. Но нет, у Хама было 4 сына – Куш, Мицраим, Фут и Ханан, который был самым младшим внуком пророка Ноя. Почему Ной оставил своего виновника, 3 его старших сыновей, и проклял этого самого маленького ребенка? Почему? Спросите его. Он что, все еще был пьян? Или был слеп? Нет. Человек сделал эту книгу. Человек сделал эту книгу. Эта книга, сделанная человеком. Она не является книгой Бога. Так что человек, державший в руках перо, а в те времена читать и писать могли не так уж и много людей, так же, как и в Аравии, во времена нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, было всего 30 людей, умеющие писать и читать. И одним из таких был Абу Джахль. Совсем небольшое количество людей. Вот, к примеру, в той ситуации с блудницей, жившей во времена Иисуса Христа. Ведь все люди, находившиеся вокруг нее, не хотели бросать в нее камни, потому что они все от малого до великого были грешны. Поэтому я хотел сказать, что в христианстве мы идентифицируем Христа как личного спасителя. И думаете ли вы, что так же дело обстоит и в исламе? Господин председатель, мне кажется, наша сестра подняла очень много вопросов за буквально несколько минут. Не знаю, буду ли справедлив относительно всех вопросов. Говоря о противниках или врагах, знаете, вы можете посмотреть на это слово с точки зрения использования его христианами. Если вы прочитаете книги, написанные вашими же людьми, они говорят, как же они заблуждаются, неверные. То есть неверный означает кафир. И все, кто не являются христианами, они есть неверные. То есть имеют в виду нас, как неверных. Я знаю, что вы не воспринимаете меня как неуверовавшего. Но это то, что говорят ваши люди. Мой друг Джимми Свегард, я слушал его речь на кассете, и он говорит, я люблю вас всех! Всех! Но если вы не воспринимаете Иисуса Христа как своего Спасителя, как своего Бога и своего Господа, то вы мне не братья. Тогда кто же я? Он сказал, ты мне не брат. Он повторил это. Тогда я говорю, это риторика, это речь. Вы ведь с таким же успехом можете передавать и мои слова. Но вернемся к главному вопросу. Я сказал, это христианская концепция. Мы же не веруем таким образом. И Библия не учит этому. В Евангелии от Луки, в главе 1 относительно Елисаветы, дважды повторяется, Елисавета была безгрешной, и ее муж Захария был безгрешным. Иисус говорит об Авеле. От праведного Авеля до Захарии вы убили пророков. Кто? Евреи. Разве он не сказал праведный? Не сказал разве праведный? Это в вашей книге. Если он сказал праведный, то стало быть, он нагло врет, обманывает людей. Если он сказал праведный, то это и значит праведный. Вы говорите, что все грешные. Я же спрашиваю, а почему вы всех стрижете под одну гребенку? Красите всех одним цветом. Вы не имеете права этого делать. И Всевышний Господь говорит нам в Библии, в книге «Экклесиаст». Он Господь, который сделал человека вертикальным. Но человек сам выдумал много чего. Все небылицы человека созданы им же самим. Господь не сделал нас такими. Если Он создал нас грешниками, то какое Он имел право ожидать от нас того, что мы поднимемся и станем идти прямо? Если я рожден грешником, тогда я отяжелен грузом грехов. И Он ожидает, что я встану и пойду прямо? Тогда Он несправедлив. Да, несправедлив. Бог, который загрузил меня. Представьте, вы загрузили свое чадо и говорите ему, давай, вставай. У него тяжелый рюкзак на спине, 5-летний ребенок. И он уже чуть ли не падает на землю. А вы говорите, почему ты не встаешь и не идешь прямо? Но это же несправедливо. Вас назовут умалишенным. Если бы Бог поступил с нами так,
то его сочли бы за несправедливого. Понимаете, это идея наследственного греха. Это христианство. Вы говорите о первородном грехе, который явился на этот свет. Но ведь Библия не говорит об этом. В книге Иезекииль Бог говорит, душа согрешившая, она умрет. Вы слышали это раньше? Да, каждый христианин, проповедник и евангелист цитирует это и ставит точку. Они ставят точку в стихе, где нет точки. Там, где нужно ставить запятую или точку с запятой, христиане ставят точку. Душа согрешившая, она умрет. Затем они приводят вам цитаты из посланий к Коринфянам, Галатам, Филиппийцам, что каждый грешен, так что каждый умрет, пока не явится кто-то и не освободит его от этого проклятия. Я сказал, послушайте, читайте дальше. Сказано, «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына». Наш праотец Адам допустил ошибку. Наша мать Хава допустила ошибку. И они заплатили более чем сполна. К примеру, если бы кто-нибудь зашел бы в ваш сад и начал бы срывать там плоды, но при этом ему это запрещено, что бы вы сделали? Вы, возможно, поймали виновника и наказали бы его. Но потом вы преследуете этого человека, его детей, его внуков, правнуков, и так вечно. Вы представляете, что Бог так поступает, как тиран? Он разве тиран? Адам и Ева ошиблись, поэтому Господь вывел их из рая. Я спрашиваю, этого разве недостаточно как наказание? Затем Он наказывает их. Женщины должны рожать и переносить страдания родов за то, что было сделано вами, а мужчины должны потеть ради хлеба. И все мы потеем, и вы все рожаете, как результат действий Адама и Евы. Этого разве недостаточно? Нет, не для того Бога, о котором говорите нам вы. Он продолжает и говорит, что все человечество должно пойти в ад. В начале 1996 года население Земли было 4 миллиарда 800 миллионов. И христиане говорят, что каждый должен оказаться в аду. За что? За первородный грех. Пока вы не уверуете в Христа. Я спрашиваю вас, сестра, Ева просила вас об этом до того, как она съест яблоко? Адам вас просил об этом до того, как он съест яблоко? Нет! Тогда я спрашиваю, как Бог возложил эту ответственность на вас? Он что, ненормальный? Разве Бог может сделать такое? Возложить ответственность деяний Адама и Евы на меня, в то время как я тут ни при чем? Не знаю, вам, может, Ева говорила? Тогда вы заслужили быть наказанной. Что же получается, Бог делает? Так вот сказано, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем остается, и беззаконие беззаконного при нем остается. Но если беззаконник обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Вы читали это в своей Библии? Читали ли вы это в своей Библии? Книга Иезекииль, глава 18. Но с точки зрения христианства, праведность воспринимается как подарок от Бога, равно как и долгая жизнь тоже воспринимается как подарок от Господа. Послушайте, сестра моя, когда вы сравниваете, то знаете, что согласно Джимми Свегарду, христианство находится в упадке. Так говорит Джимми Свегард, его книги, вы должны прочесть их. Если их нет у вас, тогда вы должны их приобрести. О садомии, о гомосексуалистах, приобретите ее. О порнографии, ее тоже купите. Об инцесте, ее купите. Об алкоголизме тоже купите. То есть Джимми Свегард говорит вам, он говорит Америке, что Бог должен судить Америку. Но если он не сделает этого, тогда он должен будет извиниться за Содом и Гоморру, за то, что сделал с ними. Это говорит Джимми Свегард. Это то, к чему вы пришли спустя 2000 лет после христианства. Послушайте, у вас геи здесь, в Нью-Йорке, и у вас женщин больше, чем мужчин на миллион. Если каждый мужчина в Нью-Йорке женится, тогда у вас останется 1 миллион женщин без мужей. Здесь. А из всех мужчин 1/3 это геи. 1/3 это гомосексуалисты. В настоящее время большая часть вашего населения мужчины. И мужчины испорчены из-за множества разных причин. Вы представляете себе масштабы своих проблем? В Америке женщин больше, чем мужчин на 7 миллионов 800 тысяч. Если даже каждый мужчина в Америке женится, то по-прежнему 7 миллионов 800 тысяч женщин останутся без мужей. Но мы знаем, что все равно каждый мужчина не женится. По многим причинам, и вы это знаете. Поэтому в Америке около 20 миллионов незамужних женщин. 20 миллионов, которые не могут выйти замуж. Каково решение? Аллилуйя! Аллилуйя! Что с вами, вы что, больны? Человек умирает от голода, ему твердят «Аллилуйя». Женщина нуждается в мужчине, а она «Аллилуйя». И при этом она довольна этим. Это ненормально. Считайте сами, у вас 44 миллиона, нет, 55 миллионов алкоголиков, согласно Джимми Свегарду, считая всех ваших рожденных свыше.
Вот ваш Билли Грэхэм со своей книгой «Как родиться вновь». Он говорит, что в Америке 75 миллионов рожденных свыше. 75 миллионов — это примерно 1/3 вашего населения. Удивительно. 1/3 вашего населения — это «рожденные свыше», в кавычках. То есть безупречные, в них есть дух, их невозможно искусить. И Джимми Свегард говорит, «Все вы оставайтесь позади, теперь вы все новые люди». 75 миллионов, 1/3, и это не влияет на население. Знаете, что сказал Иисус? «Малая закваска заквашивает все тесто». Вам нужно малое, чтобы сдвинуть большое. Если 1/3 вашего населения не может оказать позитивное влияние на остальное население, тогда у вас проблемы в 1/3 населения или у остальной части. Да, это так. Поэтому я говорю, мое дорогое дитя, что проблема в остальной части населения. Раз вы из 1/3, потому что вы не справляетесь с остальными, вы не можете решать проблемы. Поэтому Иисус и говорит вам, у меня есть много чего сказать вам, но вы не сможете понять этого сейчас. Когда же Он, Дух истины, явится, Он поведет вас ко всякой этой истине. Если я процитирую этот же стих снова с особым ударением в произношении, то вы поймете, что все, о чем вы думаете, не является речью какого бы то там ни было Святого Духа. Послушайте. Иисус говорит, «У меня еще есть много чего сказать вам, но вы не сможете понять этого сейчас. Когда же Он, Дух истины, явится, то Он наставит вас на всякую истину, ибо Он не от Себя говорить будет, но Он будет говорить, что услышит, и Он возвестит вам будущее. Он прославит Меня». 8 слов мужского рода в одном стихе. Я говорю, что ни дух, ни привидение, ни призрак. Вы согласны? 8 слов местоимений мужского рода. Он только и делает, что говорит о человеке и снова о человеке, а не о духе или призраке. И Он наставит вас на всякую истину, что означает, Он даст вам решение для всех ваших проблем. Но вы не можете решить их. У вас избыток женщин. Спросите своего Джимми Свегарда и своего Билли Грэхэма. Спросите их, каково решение. Они молчат. Вы не получите ответ. Но они не написали книгу о полигамии. Свегард не пишет об избытке женщин. Почему он не пишет об этом? У него более 30 книг. Они все есть у меня. Знаете, почему он не пишет на эту тему? Потому что у него нет ответа. На самом деле, ответ перед его глазами, но делает вид, как будто не видит его. Иисус сказал, они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Относительно ваших геев и лесбиянок, он цитирует стих в своей книге «Гомосексуализм». Он начинает свою книгу из 2,5 страниц цитат. Представляете, цитаты продолжаются 2,5 страницы. Первая страница, вторая и еще половина. 2,5 страницы цитат из послания к римлянам. И в этих цитатах он приводит следующее. Говоря о причине болезни, он пишет, «Гомосексуализм — это причина, и это же лечение». Это название его книги. Он цитирует, и это цитирую сейчас я. Называя себя мудрым, они очень продуманные, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Представление о Всевышнем Господе, который является всемогущим, вечным, бессмертным, вы опустили до уровня человека. И далее, они изменили истину Божию на ложь и поклонялись и служили твари вместо Творца. Конечно, это ведь так просто. Простой английский. Он цитирует 2,5 страницы и пишет «по этой причине». И я хочу прочитать это. Послание к римлянам. Глава 1, стихи с 22 по 24. «По этой причине я заставил ваших женщин идти к женщинам и ваших мужчин к мужчинам. По этой причине». Он говорит, это причина, и это же лечение. И он говорит, по этой причине. Какая причина? Вы изменили представление о всемогущем Боге до уровня человека. Вы служите человеку вместо Создателя. Вы поклоняетесь и служите творению вместо Творца. И о ком это Бог теперь говорит? О вас, христианах. Это ведь вы низвели Бога до уровня человека. Вы сказали, что Бог должен быть на земле, потому что Он иначе не поймет наши проблемы. Но что, должен понять, как мы себя чувствуем? Он настолько нас полюбил, что должен был спуститься на землю, оказаться в чреве женщины, вынашивавшей его 9 месяцев, родиться как человек, быть обрезанным на 8-й день, вырасти, как и любой человек, кушать пищу, ходить в туалет. Бог? Вы низвели представление о нем на этот уровень, и за это Бог наказал. Вы низвели представление о нем на этот уровень, и за это Бог сказал, «Я накажу вас. Ваши женщины будут лесбиянками, а мужчины — геями». Вы прочтите всю книгу, там написано «по этой причине». В книге говорится, это есть причина и это же исцеление, что никогда не использовалось, как и не читалось. Поэтому Иисус говорит, они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Они уже не соображают.
А эти лекции для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. А вы не читаете книги. И даже если читаете, неправильно понимаете их, и потом неправильно интерпретируете. Пожалуйста, прошу вас, говорите с нами. Мы хотим вести диалог с вами. Мы хотим говорить с вами. Узнайте и наше видение. Мы, может быть, в чем-то и не правы. Мы хотим обмениваться взглядами с вами, чтобы вы нам говорили и чтобы мы говорили вам. Но я один со своим языком не могу помочь в этом. Я был рожден в семье воинствующих. Мой отец воинствующий, я сам воинствующий, мои братья воинствующие. Поэтому я не могу помочь. Так как мой голос, мой вид, да я весь сам создаю такое впечатление, словно дерусь с вами и ругаю вас. Но знаете, дитя мое, я не делаю так. Такова моя сущность, и я ничего не могу с этим поделать. Вы простите меня за мой тон, за все, пожалуйста. Я хотел только хорошее.